Дай Дрэм. Малыш Гриффин, оказавшийся в незнакомом и недружелюбном мире, может рассчитывать только на своего плюшевого друга Бирли. Решая головоломки, убегает от монстров. Они отправляются в путешествие, чтобы узнать, что в этом мире существуют не только кошмары. Да, ну еще и ужас. Ужасы, наверное, да? Не забывайте подписываться на канал. Вообще-то мы по игре пройдемся. Приятная, достаточно красивая графика. Да, есть элементы хоррора, жесткие, но не страшные. Игра выполнена в 2-3D стиле, довольно любопытном. То есть тут, ну как бы 2D стиль такой, в перемешку с 3D. Ну очень хорошо сделан и качественно. Да, здесь есть различные головоломки и загадки. Но они простые и понятливые. Приятное здесь музыкальное сопровождение. Правда, с авторским, как всегда, мать его правом, достали меня уже с этим. Ну ладно. Вкратце, мы в непонятном доме, и за нами охотится что-то, от чего мы убегаем, преодолевая разные препятствия. А по пути решаем головоломки, так сказать. В принципе, нам помогает плюшевый мишка, которого мы можем отправить пинком под зад повыше, если сами мы не можем тут достать. Что довольно любопытно. Ладно, не пинком под зад, мы его просто подкидываем. Также частично мы можем в некоторых случаях и даже управлять. И при прохождении некоторых головоломок, что мне больше всего понравилось, есть несколько путей решения проблемы, так сказать. В общем, да, это и в целом, это неплохо сделанная и неплохо продуманная игра, где в некоторых случаях мы можем решать головоломки различными методами. Очень, честно говоря, на этим довольно сильно понравилось. Игра мило сделана, даже для детей подойдет, ничего, в принципе, из такого хоррора ужасного, жуткого, заикающегося просто тупо нету. Мило и приятно сделана игра. Вот побольше, если честно говоря, вот таких игр. То есть сделано, как говорится, с умом. И видно, разработчик сам в нее поиграл и понял, что вот надо вот это вот и там-то доработать.